поводу замены прав в Польше. Эта процедура часто люди задают, нужно делать это, не нужно делать. Начнем с того, кто приехал в Польшу жить и работать, и трудиться, значит, мы рекомендуем, как бы по законам Польши, значит, нужно делать обмен прав. Проживя полгода в Польше, его нужно делать обязательно. Эта процедура несложная, не трудоемкая, но немножко долгая по времени. Значит, что нужно сделать в первую очередь? В первую очередь вы делаете перевод ваших украинских прав. Вторую очередь, вы идете в УЖОН с этим переводом и с фотографиями, две штуки, в профиль сбоку. Ну, все фотографы знают, скажите, что на права, фотографии они знают. Приходите с фотографиями, с переводом своих прав и с ксерокопией этих же прав. Приходите в УЖОН и берете внесок на замену прав. Внесок заполняете на месте, если вы хорошо разбираетесь, вы сами заполняете, там ничего сложного нету, категорию указываете и все. Если нет, вам помогут в любом УЖОНе это сделать. После этого вы проплачиваете 105 злотых в кассу. Там на месте. Там на месте, да. Угу. И сдаете фотографии, две штуки, сдаете перевод прав, сдаете копию прав своих и сдаете, получается, квитанцию на 105 злотых. Ну, это тарифы по Кракову 105 злотых. Угу. Вот. Все, после этого они принимают все эти документы и внесок, соответственно, вам отдают ваши права украинские, и вы ждете в течение 2 месяцев. Почему в 2 месяцев? Потому что запрос делается на Украину по поводу ваших прав, и по приходу запроса они их меняют. Никаких езды, ну, сдачи теоретических, практических навыков вождения не требуется. Но так как Украина отвечает долго, многие случаи уже делились с нами ребята из Лодзи, из Познани, которые этим уже просто занимались. Значит, просто поляки ждут 2 месяца, через 2 месяца вы приходите, они выдают свои права. Есть ответ или нету, это никого не волнует. Вот так вот. Так что права меняйте, если вы здесь живете и работаете, меняйте права и наслаждайтесь русским правом. Украинские сдают права. Я еще от себя дополню, есть ряд людей, которые уже годами ездят на украинских правах, чтобы не получать пункты, да, то есть на украинские права, на иностранные права в Польше нельзя начислить пункты. В принципе, полиция никак не может тебя как бы поймать на том, что у тебя, наказать тебя, нету механизма вот поймать, что у тебя не заменены права или ты там кучу там лет уже с ними ездишь в Польше, но если будет какой-то серьезный ДТП, это все всплывет, и вот тогда будете уже отвечать, как говорится, по полной. Добавлю свой маленький тогда нюанс по поводу прав. Когда я не включил свет и меня остановила полиция за нарушение, первый вопрос был: покажите, пожалуйста, права польские. Вы имеете, сколько вы здесь живете? Я сказал, больше чем полгода. Он говорит, вы имеете польские права? Я сказал, нет. А почему? Я ему говорю, я имею письмо с УЖОНДа, в котором говорится о том, что я жду прав. Он говорит, все, вопросов тогда нет. То есть я думаю, они этот вопрос скоро решат. Да. То есть они меня пробили там по всем базам, наверное, но вопрос был задан, имеете ли вы польские права. И потом, когда уже выписали мне штраф на 100 злотых, он сказал, к сожалению, я не могу вам выписать пункты, там 2 пункта, потому что у вас украинские права. Ну, так, к моей радости. Ну, так.